Вторая половина 20 века останется в памяти людей в виде домов, построенных в то время на кадрах архивного видео и в книгах. «Видные этажи Басова» – еще один большой многогранный труд, собравший очерки о первостроителе города и о самом прославленном из них герое социалистического труда Алексее Дмитриевиче Басове. Это очень важно, чтобы помнили о тех людях, усилиями которых созидался родной край. Среди этих замечательных людей и Алексей Дмитриевич Басов – бригадир строителей, герой социалистического труда, кавалер орденов Ленина. Одним словом, человек необыкновенной судьбы. Человек, который строил этажи города. И, надо сказать, ведь буквально многие-многие объекты в нашем красивом городе построены бригадой Басова. Автор книги, лауреат премии «Золотое перо Москвы» Алексей Плотников признался, работа была проделана огромная, и поблагодарил тех, кто помог ему в написании очерков. В первую очередь, это те, с кем вместе работал Алексей Басов. При создании книги автор узнал о том времени много интересного, о чем постарался рассказать своим читателям. Одно из открытий – это стела на доме номер 6 по улице Заводской. Тысячи людей ходят по этой улице и не знают, чему она посвящена. Эта стела была построена в честь строителя, который упал и разбился насмерть при строительстве дома в 1952 году. К сожалению, главного героя книги уже давно нет в живых. На презентации присутствовали дочь и зять Алексея Басова, которые бесспорно могут гордиться своим отцом. Сегодняшние успехи района базируются на успехах прошлого. За вклад в культурно-просветительскую работу наградили членов редакционной коллегии. В нее вошел и генеральный директор Видновской дирекции киносети Владимир Меньшов. Среди членов редакционной коллегии видновский краевед Алексей Зименков. Его воспоминания о главном герое книги скорее не как о строителе, а как о человеке. Семья Алексея Павловича дружила с Басовыми. Я вот помню его вот в таком, мне было 6, может быть, 7, 8 лет. Какой он? Обычно бригадир, вообще всякий руководитель. Обязательно должна быть жесткая складка, какая-то такая организованность повышенная, такая конструктивность. Вот я видел, когда беседовал с моим отцом, с матерью, стоит добрый прежде всего человек. Очень мягкий, даже какой-то такой неожиданно мягкий человек. Человеческие качества Басова привлекали людей, готовые в те годы работать не за деньги, а ради будущего. Увлеченные идеями своего руководителя, вместе они достигали отличных результатов, делая профессию строителя престижной, а наш город красивым, достойным своего названия «Видное». Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».